Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас обнова уже наконец-то на Китайке. Пока ждем обновлений, побегаем здесь на английском сервере. У меня уже 631 тысяча силы. Немножко поднял опять силу, прокачал нового героя на двадцатку. С прорыва, блин, дофига силы дают. Я не знаю, можно свободно под 700 раскачать, если всех качать героев. Так. Окей, сегодня у нас есть тут неплохие акции. Вот Shopping Free. Сейчас, наверное, будет глючить. Да, надо будет забрать отсюда награды, плюшки. Камни продают. Это то, что мне, в принципе, надо. Единственный ресурс, которого мне не хватает на этом сервере. Так, что у нас тут еще есть? Ну и куча разных акций. Есть рынок сегодня тоже. По сравнению с русским, как обычно, топовый. Лазуликса можно уже собрать за два пака. Дешевеет. Так, ну, хрустальный вот такой вот здесь. Этот у нас по скинам. Ну, такое, ну, опять же, камни можно позабирать. Так, ну, сегодня мы будем играть вот такого вот пирата. Обновили здесь опять. Можно собрать скина Сурика. Ну, достать кучу разных плюх. Поехали. Нам надо потратить, ну, 50к, вот опять падают пятые сундучки. Так, берем бесплатно. Коробочка, отлично. 50к тратим. Надеюсь, поскорее они уже запилят обнову, что-то затягивают, ничего не пишут. Походу будет опять что-то очень-очень интересное. Сумочка Угника упала. Ну, как видите, здесь на английском сервере реально топовый пират. Без донат, если накопят нормально самика, может нормальные тут плюшки забрать. Так, окей. Поехали. Единственное, хотелось бы, чтобы они улучшили все-таки систему забора плюшек. Ну, смотрите, сколько здесь сундуков падает разных. Офигеть. Карта третья. Так, ну, одну часть собрали. 10 осколков у нас уже есть. Интересно посмотреть, за сколько мы соберем. 50 осколков. Ну, карты, посмотрите, как сыпят рунки. Ну, эмблемки, точнее. Вот еще десяточка. Отлично. Это действительно, что сделано для, даже для без доната, можно нормальные итемы вытащить. Посмотрите, третьи карты просто сыпят. Такого пирата, конечно же, стоит играть. Плюс можно достать отсюда нормально. Я и достал отсюда, по сути, нормально. Рун на девятые таланты. Интересно, ведут новые таланты девятые или нет? Очень хочется на это посмотреть. Вот еще уже тридцатку собрали. Сори, ребят. Так, что у нас тут в перелимите? А, опять та же самая фигня с этими сумками питомцев. Третьи сумки. Сейчас немножко открываем. В общем, вот так вот, как видите, здесь с ресурсами проблем вообще нет. То есть это не проблемно достать какие-то здесь итемы, шмотки, героев, купить их, получить. Конечно, для бездоната все-таки получше будет Китайка в этом плане. Там поярче, там нету, конечно, таких пиратов там и прочего, но зато там можно получить топовые таланты и топовые, ну, скажем так, на сегодня топового огника, накопив самоцветы. Ну и можно получить там Некроса,
То есть там не проблема. Тут, конечно же, можно купить. Тут все намножко быстрее. Так, окей. Еще 20к нам потратить осталось. Открываем там сундучки, которые мы выбили. Немножко прокачал. Анубису прорыв. Ой, захотите увидеть, нереально просто бешеный он стал. Сделаю вам обзорчик. Ну, просто очень-очень крутой. На 20-м прорыве. Он будет сносить все. И на кого я нападал? Ну, как видите, скин собрали за 50к. По сути, можно собрать скин свободно и получить дофига обалденных плюшек. Рунки падают, ну, мешки, сундуки самые топовые. То есть, как видите, все сделано для людей. На русском, к сожалению, я вам уже показывал, что... Да, круто, русский сервер, но если сравнивать в плане интереса универсальности, к сожалению, русский сервер это не то. Ну, посмотрите, сколько карт. Я карты все пооткрывал в прошлый раз, сейчас заодно посмотрим, сколько я карт натащил. Вроде ниоткуда больше их не получал. Так, окей, забрать. Поехали. Так, опять перелимит, да? А, уже эти. Это просто жесть, ребят. Я не знаю, я надеюсь, они увеличат количество итемов, которые можно держать, а то это реально печаль. Так, продам коробки. Просто тупо не могу забрать все. А, так, окей. Ну, а Сурика, как видите, скин собрали даже больше, чем нужно. Так, окей, с этим разобрались. Поехали. Еще разок добьем. Так, отлично, окей. Есть, есть, забрать. Поехали. Посмотрим, что у нас тут интересного. Сундуки я тоже пооткрывал был перед этим. 11 сундуков получили. Так, быстро не смогу открыть. То есть вы получили руны оттуда, еще отсюда получаете дополнительно нормальные плюшки, коробки. Вот. Эмблемки падают, ну, камни падают на улучшение. Ну, в общем, все как обычно, ребят. Смотрите. Опять книги. Ну, сейчас книги опять, наверное, уйдут в перелимит. Так, отлично. 27 сумок. Вот таких вот. Отсюда талантики, рунки, даже лазуликс. То есть, опять же, плюс. Так, ну, изворотливость. Одну сумку выбили такую. Ну, это все уже то, что было. Давайте еще. А, не могу я эти открыть. Еще такие открываем. Так. Вот как-то так, ребят. Я говорю, реально просто обалденно играть на этом сервере. Так, ну, я сегодня уже его наконец-то докачаю. И сделаю вам обзорчик, если хотите, пишите в комментах. Ну, он просто, ребят, бешеный. Так. Помимо этого, здесь шоппинг фри сегодня идет. Так, что тут еще интересное есть? Так, это мы забрали. Треже чест. Ну, честа можно будет пооткрывать потом. Флиппинги. Покер. В общем, дофига. Ну все, хрустальные я заберу, награды в принципе уже видно, нету смысла вам отдельно их заснимать.
Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики, ждите видосики с обновой. Всем удачи, всем пока.